Фролов. Прошла диагональ, бросок и штанга! После броска Певцакина. Да. Кваша не стал сразу бросать. Певцакин. Кваша. Попадает в игрока Адмирала. И как сейчас не забивает Костицын. 20 секунд еще втроем Адмирал. Певцакин. Кваша. И опять попадает в игрока Адмирала Осипова. Нет, не получается. 15 секунд. 10. Певцакин. Кваша. Бросок по воротам. И Ванников тащит. Да, ключевой момент. Безусловно. И уже сейчас четвертый игрок выходит у Адмирала. Уже попроще. Бросок по воротам. И Ванников. Здорово играет голкипер Адмирала. Что творит? Да. Близки были к тому, чтобы забросить хоккеисты авангарда. Причем не раз. И штанга сыграла за Иванникова.